парке ГЭС идет обустройство дорожек. Но это только кажется, что здесь делают обычные тротуары. На самом деле дорожка уникальна. Эта закольцованная тропинка станет сенсорной. То есть на ней будут расположены поверхности, которые отличаются друг от друга. Например, крупная галька, мелкие камушки и другие. Ходить по этой уникальной дорожке нужно или босиком, или в носочках. Это отличный массаж стоп и профилактика плоскостопия. Сенсорная дорожка появится в нашем городе благодаря поддержке Саратовской ГЭС. Эта тропинка первая в Балаково и, возможно, единственная в Саратовской области. Обычно сенсорные дорожки устанавливают в реабилитационных центрах, медицинских учреждениях, детских садах. Но у нас эта волшебная дорожка будет открыта для всех.